Как искупить проклятие, которые прокляли свои предки, свой же род? Для этого вам необходимо пройти либо четвертую ступень, либо семинар, который называется «Семинар от проклятий и зла». Я там даю все методы, как искупить проклятие, которые проклял свои предки своего же рода. Обещаю вам после этого все закончится. Наталья Титова, здравствуйте. Хотелось больше узнать, как увеличить поток клиентов, когда работаешь дома. Занимаюсь телесными практиками, конкурентов много. Курортный город и цена не снижает, а я не хочу снижать. Для этого вам необходимо сделать воронку блог, где вы будете вести YouTube-канал, который будет называться, допустим, там Nile Design SN2Key. А, классное название. Nile Design, Nine Design, Decision SN2Key. И там, где вы будете показывать, там, взяли девочку за руки, завели, после этого она сидит, вы ей там обмыли, правильно там кутикулы помазали чем-нибудь, чем что-то особенное там. И после этого сделали такой красивый ноготь и говорите, вот некрасивый, если он завернут вниз, а если ровно, это говорит, что мастер хороший, а видите, я как ровно делаю, вот девочки, обращайтесь ко мне. Я вот, и люди, распространяйте в группе, которая называется SN2Key, что можно посмотреть в SN2Key, последние новости и так далее. И там говорите, перейдите на мою группу, у меня новое видео, а группа ваша. Ольга Васильевна, это YouTube будет вашей воронкой, а группа будет привлекать дополнительно людей в воронку. А воронка будет привлекать вам людей к вам уже.